Что, опять здравствуйте, дорогие товарищи. Товарищи. Мы начинаем наш игру. Товарищи. Да, товарищи. Я не могу так, я не могу курсировать. Добрый день, уважаемые товарищи. Мы начинаем новую игру. Никто не выживает вечно. Нет, я выживаю. No one lives forever. Классная, кстати, игра. Левый недавно перепроходил вторую часть. А, типа Left 4 Dead 2 это как бы что-то типа фильма они сделали, но типа не фильма. Ну и первая часть была такая же, из разряда. Пол... Переберитесь на ту сторону, чтобы опустить мост. Фильм про зомби. Дальше все чисто. Это что, Лара Крофт? Нет. Скорее, Сити 17. Это че? Это девчонка из первого состава Left 4 Dead. Ну, в смысле, из первой части. Элис, ничего с машиной не случится. Два пистолета. Два пистолета? Ну, давайте два пистолета. Пойдемте. Прикончили зомбака, у него что-то есть. О, какой-то зомбак с лутом. Я с помпкой бегаю. Если что-то кому-то надо это подрезать, говорите. Ты это период полураспада подрежь. С помпкой он бегает. Тут Джокей. Ну а тебе, сволочь. Я тут в Джона Вика играю. Тебя Беларуси. Все время забывай, как его зовут. Иванович какой-то. Джованни. Джованни Иванович, да-да-да. Стакай. Идем через магазин. Хорошо, Ницукенг. Тут есть оружие. Оружие есть, товарищ. Сталкер, оружие убрал. Перезаряжаю. Ты ствол, ты убери. Оружие убрал. Войски, без оружия. Взяла шприц. Тут шприц есть. Проходи, не задерживайся. Че, полезно? Где шприц нашли? Давайте поднимемся. Все забрали, да. Наркоманы тут, знаешь. Большой. Охотник. Откройте шкафчик. О, Молотов. Коктейли Молотова, целый ящик. Кто-то любезно оставил коктейли Молотова. А, блин, да тут прямо два спешла. Еще третий. Он скачет. Ну, здравствуйте. Что-то интересное? Или показалось? Интересно, а если я вот в руках держу баллон и по нему кто-нибудь стрельнет, он у меня в руках взорвется? Без понятия. Проверим. Ну тут в Left 4 Dead очень много деталей. Там, особенно ко второй части, там ее дошлифовали просто. Осторожно. По крайней мере, с этими. Там посмотришь сравнение Back 4 Blood с Left 4 Dead и кажется, что Left 4 Dead это просто такая зашлифованная до полного. Поливальщица где-то здесь. Да-да-да, я слышу. Сейчас будет сволочь. Ай-яй-яй. Танк. Убейте его, убейте! Убили? Нет. То по той машине не стреляем. Перезаряжаю. Тут ходит толстяк. Толстяк. Переходим дорогу. Толстяк, а в меру упитанный. Да, вы это самое, бодипозитивный.
Да. Он, конечно, умер, но не надо попирать его права. Аптечка, не хватит. Аптечка. Давай я тебе полечу. Не дергайся, а то я сделаю что-нибудь. Аптечка. Лови аптечку. Беру зажигательные. Так нужно было раздать зажигательное сразу же. Ну ладно, неважно, потом. Как будет необходимость. Так, ладно, пойдем. Пойдем. Я возьму мак. Че вы там нашли, автомат какой-то? Ну там сверху мак лежит и этот. И дробовик. О, нет, тут еще и этот самый. Тут снайперка. А, ну все, я беру тогда. Ну она такая, это. Я слышу. Полуавтоматическая. Нормально. Вижу дверь. А у меня в руках ломик. Но не вскрывается, к сожалению. Да. Ты уже нацелился, да? Типа... А ты говоришь, все продумано. Да, так. Это ж не симулятор вора. Ой, ведьма. О, здесь это ведьма, да-да-да. Их, по-моему, здесь несколько будет. Где она там? Эй, я перезаряжаюсь. Кажется, мы опоздали на церемонию. Она же еще невидимая, кстати говоря, да? Кто? Вон она сидит. Да нет. Да-да-да, вон она. Вон она сидит возле беседки. Да, то есть мимо нее просто проходите. Осторожно! А стрелять не надо. Ну ты не хочешь жениться, да? Перезаряжаю. Вот как так, штурмер? Ты же вроде сталкер. А на аномалии напарываешься. Перезаряжаю. Ай, не надо меня жечь. Напалмом. В шатрах есть оружие. Пойдемте сюда. Подождите, я лечусь. О, лопата есть. Есть оружие. Кто хочет это самое в горящую избу войти? Я, потому что у меня ручной гранатомет. А тут еще обезболивающий. Как там в КВН было? В горящую избу войдет. Коня на скаку остановишь. Что это? Правильно, лопата. Эй. О, убежище уже. Все, пойдемте. Да что ж такое-то? Убери от меня это мурло. Уберите от меня. Да. Ну чё, уверенно себя чувствуете уже? 59. Да. Третье на средней сложности будем проходить. Да, третью, я думаю, завтра будем проходить. Что? Я думаю, третью мы завтра проходить будем. Не, ну это да. Я в целом говорю. Давайте на среднем. Хотя... Неужели тебе совсем не интересно эта экскурсия? Вылезай из своей депрессии. Тут и так несомненно весело. У нас тут этот самый. Это дыра. Ой, прости, историческая дыра. Что же делать? Что же делать? Давайте скорее, я соскучился по тачке. О, смотрите. Тут напалм, ну, в смысле, молотов и аптечка. Если кому-то интересно. Что за квартал красных фонарей? Не знаю, какой-то исторический район. Он разраб уже подвис. Перезаряжаю. От красоты.
невиданной. Эй, я перезаряжаюсь. Ага. Перезаряжаю. О, вижу, вижу. Вижу дерьмо. Ой. Я, по-моему, стал его на пути. Дробовик и клюшка. Осторожно. Жокей. Ой. Здравствуйте, товарищи. Не хотели купить журнал в пользу голодающих детей Африки? Слышу, где-то плачет дурында. Так, обезболивающий и дробовик с узиком. Прыгаем вниз. Прыгаем вниз, нифига себе. Где она? Без понятия. А, вон, вижу. Под вывеской Red Flight. Кого снайпер? Вонём её? Ну нафиг. Ай, блин. Сейчас она меня напугает. Что ж вы такие? Так, а куда нам нужно идти? Не люблю, когда плачут рядом. Когда женщина плачет рядом. Ой, побежали, побежали, побежали эти. Замари. Что-то у нас калаш. Он скачет на нем. Молодор полетел. А что ж такое? Я второй раз подряд уже. Туалет есть. Все, я настрелялся. Сюда бы грань. Да. Не говори. Кого? Брать туалет и раскидывать. Так, кого подлечить надо? Так, всех надо. Сталкер в первую очередь. Что? Лечиться. Да. Я лечусь. Вы больны и не лечитесь, как говорили классики. А больным лечиться не надо. Когда мне родители в детстве спросили, кто такой пулемет. Больной, я сказал, это больной это придурок. Дьявол, опа. О, спасибо. Я чувствую, будет весело. Че ты там, Хиггс, говорил? Извини. Меня в детстве родители спросили, а кто такой больной? Ну, мы в доктора играли, так сказать. Я сказал, больной это когда человек придурок вообще. Ну, тоже можно сказать. В каком-то смысле ты был прав. Куда нам? Я воспринял вопрос прямо. Так, что-то у нас... Пистолеты, пистолеты. Эй, блин, кто, где? Чё себе такой, блин? Может, вниз куда-то надо? Ребят, тут. А, не, во, понял, вижу. Дырка. Сюда. Дырка крепкая. Один на один. У меня нет места. Ладно, один на один не особо получилось. Нет, аптечка. Слушай, Никит, разраб, тебя очень плохо слышно, ну, по крайней мере, я тебе, ты наверняка много чего говорил, но тебя никто не слышал. О, тут эти, коктейли Молотова. А так? Так, вот лучше. Не знаю, громкость микрофона добавлять или что? Так, тут где-то голем. Так, чё, куда нам вниз там надо, походу? О, винтовочка классическая. Прекрати сейчас же! Что же прекрати? Годник!
Черинка. О, аптечка. Пойду ствол возьму оттуда, снайперский. Таблетки. Беру коктейль Молотова. Тебе понравился? Взял? Да я больше ничего взять. Ну, я тебя могу подкинуть. Да, нормально. Ну, потом, когда найду какое-нибудь оружие, поменяемся. О, смотри. Вот, смотри. Да, нормально, я все. Во-во-во-во. Нормально, все. Погнали, я со снайперски прохожу. Ну, хорошо. Блин, громила меня. Вот он. Хренаськи. Я тебя входим. Кто тут все поджег, а? Ребят. Хороший праздник. Тут это обезболивающее есть. Надо кому-то. У меня есть кое-что для тебя. И то хорошо. Ладно, не сходите с дороги. Только постарайся. Сейчас я лекнусь. Погодите секунду, я подлечу. Ага. Вот и я про то. Это мне очень помогло. Тут лежит оружие. Снайперка. А тут у нас шприцы. Да, шприц. Какой-то наркоманский притон. Это спиды, да? Да-да-да. Как там в Fallout'е было это? Винт. Да-да-да-да. Винт, да. Кто там? Винтовары. Смотри, куда стреляешь! Отталкивайся. Там правую кнопку и вязай. Перезаряжаю. Так, что-то как-то музя какая-то случилась. Сейчас эти большие попрут. Короче, вот сюда вниз, да, мне так хочется. Я пока не буду спускаться. Ай-яй-яй. Вниз по лестнице. Толстяк с тобой. Ладно, идем. Боже, они такие нубы. Кто? А? Ай-яй. Что происходит? Блин, ни хрена не видно. Бедная вечеринка. У меня последний магазин. Эй, я перезаряжаюсь. Нет, я серьезно. Я готов заплатить штуку баксов тому, кто меня сейчас возьмет на закорки. Да. Так, вон лестница. Ну куда? Не полезайте, ладно, совсем неплохо. Девочка, мне казалось, что мы друзья. Ух ты, громила. Аптечка. Аптечка. Сейчас плюнет. Аптечка, товарищ. Осторожно! Постой-ка, у меня для тебя кое-что есть. Да ты сейчас на части развалишься. Стой смирно. Я нажал. Перезаряжаю. Здесь аптечка. Аптечка там, господи. Вы слышали? Или вам все равно? Где? Я ищу. Да вон на другом конце, там где я тусил. И вон там на другом берегу. Иди, разраб, иди сквозь туннель.
Там, который рядом с тобой был. Хикс. Вот, еще одна. Все, побежали вниз. Нам... Там громило, все, уже нету. Нам сюда надо. Нам пройти через этот туннель надо. А так они будут постоянно бенериться где-то. Здесь же это самое. Лестница. Если у вас при себе штырь, самое время им воспользоваться. Спасибо. Точно. Где лестница? Не могу понять. Вон там вот. Короче, сюда. Иди на меня. Вижу. Нахрена меня вшторило, а? Здесь. Да. Ага. Уходим. Ай, кто там? Ух ты. Так. И валим. Идем, не останавливайся. Стреляешь в меня. Перезаряжаю. Кто? Что? Где? Кто? На помощь! Эту чудуху тебя еще не заряжаю. Что с тобой стрясло? Эй, спасибо. Не хотел вас говорить. Мы же не можем. Стой. Это уже действительно. Стой. Ладно. Ты вообще видишь, кого стреляю? Я тебя подлечить хочу. Ага. Брэд, стой. Доктор Ник сейчас тебя подлечит. Стой. Перезаряжаю. Доктор Ник тебя сейчас подлечит. Давай. Пойдемте. Ух, ё-моё. Пойдемте, нефиг там. А может, пойдем. Я фраги набиваю? Ну... Очки здесь, конечно, есть. Давайте. Приходите. Ой, жесть. О, да, совсем другое дело. Давайте уже, Анзе, тут комната безопасности. Ну или как называется? Safe zone. Бункер, короче. Сейчас. Перезаряжаю. А, Хикс, ты медик, а не... Ты должен спасать жизни. Что такое? Я зайти не могу. Закрыли дверь. Чувствую. Ну, наконец-то. Ага. Так, что у меня микрофон? Сколько этапов в одной миссии? Где-то 4, там иногда бывает чуть больше. 4-6, ну. Так, сейчас я эту самую скину. Зажигательный патрон, а то я уже заколебался с ними бегать. Так мы снова увидим ту девчонку? Как там ее звать? Зои? Не напоминай, Ник, я и так жутко нервничаю. Чего ты нервничаешь? У тебя был шанс, дефибриллятор.
ценник покажет глав. Ник, она не глухая. Аптечка. Так что вряд ли ты ей понравишься. Хикс. Сейчас я возьму. Угу. Все взяли патроны. Я на тот калаш взял. Двигательные патроны. А так поменяй. А тот калаш, которым я взял зажигательные патроны, нету патронов. Я его взял. Так там же патронная кучка есть. Да. Ладно, неважно. А, точно. Да до удачи. Мы военных теперь за милю обходим. Тогда не будем мешкать. Спуститесь и заправьте генератор. Мы вас прикроем. Неплохо. Спасибо, друг. Спасибо, папаша. Здорово, чуваки из первого лефта. Че, пойдемте? А, да-да-да-да, точно, это же чуваки из первого лефта. Нигер. А, это из первого лефта, ребята? Да-да-да-да-да. Там только старика не хватает. Там старик было... он умер, когда он мост взорвал вроде, да? Да, что-то в этом роде. Sacrifice. Ну, не мост взорвали, я не помню. Короче, он на мосту погиб, одним словом. Ага. Так, что там у нас? Жмасенбах. О, вот он, кстати. Мы нашли его. Так. Ничего себе! Он на нём верхом скачет! Ага. Ну что, мы идём или как? Так, пойдёмте собирать. Не расходимся. Вместе там. Тусим. Это уже таская. Так, вот сюда пока складываю, поближе, три канистры. Я сейчас заливать буду, нормально. Перезаряжаю. Угу. А вообще, кстати, Payday 2 же связан с Left 4 Dead, а Left 4... ну и еще Payday 2 связан... Помогите, пожалуйста. Payday 2... далеко, я все бегу. В смысле связан? Там в первой пайке была миссия No Mercy. Или что такое? И там копипаста уровня госпитального из первого лотфадета. Ну и в целом как бы. Сам Payday 2 на идее лофтача был создан. Полечи меня, пожалуйста. Готово. Мне очень нравится, как Half-Life. Только постарайся опять не вляпаться в дерьмо. Там прям шикарно. Теперь я понял. Yeah. Готов. Есть. Мы туристы, отстали от группы. Да. Брось нас до центра, а там мы как-нибудь сами. Жареным пахнет. Кто-то колбасу, что ли, жарит дома?
Да-да-да, я чувствую запах колбасы. Колбаса. Несправедливо, я сижу за компьютером. Подключи лошадки. Ой. Ах, отвалите от меня, отвалите, отвалите. Убери, убери от меня это мурло. Все, меня сожрали. Кот топчет ногами, а? Кого там еще топчет? Меня еще топчет. Сейчас пойду. Ты как, закончил валяться или еще нет? Так. Как я себе спиду в кого? Ой, громила. О, там. Здесь шприц с адреналином. Сталкера мочит. Заливаю. Нет, еще не все, пока я не сказал. Строй, боец. Ой, громила. Перезаряжаю. Так, что у нас последнее? Ты что, совсем спятил? Лови. Заправляю генератор. Надо полечиться. Давайте уже в машину. Есть шприц с адреналином. Так, а аптечки все взяли? А, да, точно аптечку. Спасибо, что сказал. Блин. Спасибо, Зои. Так, все. Ай, ай, ай. Какая-то тварь на меня. Аптечку берем. Аптечки вроде у всех есть, поэтому я возьму еще одну. Давай. Пошли. Че, понеслась? Мне, кстати, не очень понравилось. Смотрите, Хикс в роли Ника. Никс, Хикс. Как меня батя называет? Них. Них. Ой, я громил больше всех, да, убил. Я две ведьмы убил. Режу всех стрел по своим сталкер, потому что он мочился как с катаны. А я ведьму не беспокоил, разрешите вас перебить. Ну что, спасибо. В этой серии меньше зомби пострадало. Да.